отыграют на живой раунд, но здесь, с учетом того, что команда Attributes потеряла одну карту уже для себя, им ни в коем случае нельзя отдавать и деловой центр. ДЦ, как мы с вами знаем, очень сильная карта у команды Attributes, они хорошо себя чувствуют на этой локации, так что есть шансы на то, чтобы уцепиться за эту мапу. Да и более того, если вспоминать не совсем давний матч, вейвиксы играли в стыке против команды Вертолет, и они проиграли Вертолетом деловой центр, причем там счет был что-то в районе 10-2-10-3, и там действительно деловой центр был очень легкой картой для команды Вертолет. И если исходить из этой, так скажем, хронологии, что вот вертолеты, да, там обыграли воевиксов, значит, Attributes должны тоже переигрывать воевиксов. Ну, тогда логично, да, предположить, что воевикс проиграет эту карту и пойдем на третью. Но соперник разный, подход разный, ну и стоит отметить, что тогда был не совсем, по-моему, полноценный состав. Не было гантели вроде как. А гантели, как вы знаете, это очень многое. Очень многое для команды Vivix eSports. В принципе, гантели является по праву, наверное, одним из лучших аугеров СНГ-сервера. И, наверное, вряд ли кто-то с этим будет спорить, ибо, как по моему личному мнению, это бессмысленно. Ну, гантели сейчас будет в очередной раз это доказывать, хотя он все время и так всем уже все доказал. Ну, а мы с вами будем наслаждаться картой «Деловой центр». Ну что, Свит уже на аркаде центрального кафе находится, и Соушки готов здесь дать ему отпор вместе с Вори. Периодически летят прострелы, но тем не менее Свит добыл информацию по четверке, не удалось накинуть дамага, отходит назад, прекрасно понимая то, что сейчас в основном вектор внимания будет смещен на него под ЦК. Но и Гантеля пытается с третьей линии закрывать выход фланга, но вот на длине сейчас подозрительно тихо со стороны команды Attributes. Оставляет одного плана в районе квадрата на роли закрывающего, тем временем Шумиха проходит под стритом и бананом, но Эмка с Итаганом пока что держит ситуацию под контролем в районе Альфы. Так, ну и пока первые 50 секунд у нас без вступительных минусов. Свит уже у нас играет под домом, гантели на своей привычной позиции ланга. Эмка и Зомбак с Итаганом втроем играют пятерку и аплент. Ну, Зомбак здесь такой перебежчик своего рода команды Vivictus. Ну и скоро-скоро уже Attributes должны будут показывать свои намерения, под какой плент они захотят пойти. И, соответственно, я думаю, все начнется с дефолтных раскидок. Ну и там, кто знает, либо уже дальше будет полноценный выход под эту раскидку, либо фейк и манс под другой спот. Ну что, полетели хаешки уже под зигу. Свит. Нет, Свит был очень далеко от этой гранаты, но у Свита сейчас будет очень интересный момент. Вариант, зачекает ли его или нет. Не зачекал! И в итоге Свит делает энтри-фраг, но Свит здесь живет, но недолго. Ну и куда будет выход в дальнейшем? Под А или под Б? Там у Эмки под аплантом есть соперник, а вот уже и нету. Скольким командам надо еще обжечься об эту позиционку и не чекнуть банально эту дверь на позициях шарта, чтобы они постоянно уже привыкли ее хотя бы простреливать. Выход в очередной раз от Соушки на шорт, и здесь Зомбак его закрывает вместе с цветом от Зомбака. Очередной килл, ну и через лонг пытается прорваться план, закрывает гантелю, но тем не менее Зомбис находится на шарте и спокойно закрывает плана. Это все-таки первый раунд в обороне за командой Vivictus eSports. Да, Зомбак, конечно, является точно MVP этого раунда. Очень грамотно принял с дома двух соперников на зиге, закрыл последнего на ланге. Но, опять же, была небольшая просадка именно в стрельбе у игроков команды Vivictus на перетяжке. И, пожалуй, это является главной проблемой, которую нужно прямо сейчас в этом раунде фиксить, чтобы подобного уже не случилось. Ну и сразу поджим ланга от гантели и от Эмки. Эмка, кстати, играл в предыдущем раунде пода, уже длина. Насколько же разно. И разнообразно играет Vivictus в обороне. И это на самом деле может в определенную, так скажем, путаницу вводить команду Attributes. Но вот поджим от Света в этот раз законтрили и готовится сплит на Зигу. Но там Эмка очень опасный товарищ, поэтому Attributes надо здесь играть как минимум на размен. Но откинуты все хаешки со стороны Эмки. Он две хаи отправил под своего оппонента. Сейчас явно могут возникнуть проблемы. Хотя, в принципе, как уже было отмечено, он своим девайсом владеет неплохо. Так что сам может эти проблемы устроить. Откинули хаешки. Были откинуты смоки на шорт. Но под эти смоки, под эти хаешки абсолютно никто не вышел у команды Attributes. Это смещение в район аплейн. Так, где один зомбак остается, но смещение от Итагана уже имеется на пятак. И Солшки был замечен.
Полетели хаешки уже на мусорку в надежде выкурить у нас зомбака, и зомбак остается в итоге один здесь, но под прострелом вставать ему вообще здесь нельзя, вообще никак, и Варян в итоге его все-таки и простреливает. Эмка видит уже пробегающих за кассу игроков, Гателю приходит, Гателю! Вот это в ряд собрал две пачки, но еще три соперника у Эмки, ну вот первого может еще и заберет, у него 2 хп. На... А вот там еще и у Соушки 13. Но Соушки убегает. Соушки понимает, что надо делать Б-плент. И М-ка также должен сейчас быстро соображать, либо идти пушить. А он пушит. Правильно делает Андрей, что своего соперника попытается закрыть. Но прочитает ли эта команда атрибутс? Ну вот сейчас и узнаем. М-ка сидит и ждет. Но все-таки Б-сайт будет установлен здесь уже. И времени не так много остается у команды атрибутс, чтобы искать своего оппонента. Так что М-ка вынужден будет пойти на выбивание. 36% здоровья смещается на ЦК. Ну, в соответствии, в дальнейшем будет открываться через шорт. До Сошки может добраться, конечно, там 13 хп. Но Сошки сидит в закрытую, за третьей линией. Ну и плюсом план отходит в яму. Так что в любом случае здесь в два ствола в упоре будут расстреливать Эмку. Посмотрим, как он справится со своей задачей. Ну и здесь уже Сошки добывает по нему информацию, накидывает дамага, еще и план открывается с ямы. Есть пачка и 1-1. Ответочка от атрибутов моментальная. Но я думаю, сейчас будет кол определенный Никита Олейнику, что все-таки... Никита, давай-ка мы повременим с поджимами на центральное кафе и сделаем поджим на длину. И Соушки, подарит ли? Подарит минус своей команде. Правда, уже и даблкил дарит. Вот это действительно приятно, приятненько. Но и воевиксы вновь в меньшинстве остаются. Ну вот, два раунда на поджимах они уже проигрывают. И Свит находит все-таки размен с гранат по Вейку. И там как раз-таки родовые еще и Соушки остаются. И Итаган пойдет его добивать. Итаган. Это Томас Шейн. Ну и остается лишь план с Варяном. Ну, как, знаете ли, говорить лишь, когда у тебя на карте Варян, это слишком неуважительно к этому товарищу. Поэтому здесь воевиксам ни в коем случае вектор внимательности сбавлять точно не стоит. Продолжаем наблюдать. Ловят они его или нет сейчас? Знаем, выход ланга будет, судя по всему, планы Вори. Ну или попытается дать килл и, возможно, пойдут на смещение. Время, в принципе, еще имеется. У ребят они вполне могут сделать смещение в район А-плейнта. Но здесь есть минус уже от света. План погибает, Вори остался один. Смещается под БК. Он прекрасно понимает то, что соперник мог выйти на аркаду. Но, тем не менее, здесь никого нету. Воевик-то со своей тройкой закрываются на Б-сайте. Зомбака оставляют в доме на чек ланга. О, на чек А-плейнта. Но здесь смещение от Вори на ЦК. И выход шарта будет, судя по всему. Вори. Посмотрим. Ну вот был бы смог, было бы немножко проще именно попробовать отстрелить Зигу. Но вот здесь Тома сам подставился, на самом деле вообще не нужно этого было делать. Но размен сразу же от зомбака следует. Это 2-1. 2-1, все-таки ВХ опять же берут инициативу в свои рукавицы. И посмотрим, что будет дальше. Удвоят ли результат по раундам, или же все-таки здесь также будет перетягивание каната с одной стороны на другую. И давайте смотреть. От Соушки, возможно, пик подкора будет, и, возможно, даже его не ожидает. Команда ВХ, судя по всему, не ждет. И Эмка должен... Нет, Эмка достает девайс и все-таки бреет Соушки. И заход под аплент уже будет прямо сейчас. И ВСТейшн влетает, видит на пятерке зомбака. Эмка еще один минус. Как же Андрей Франк хорошо попадает в этом раунде. Там уже и Вейк убегает, но все-таки ему достается по затылку через ширму. И здесь план. План за дверьми, план. Вместе с Вейком соорудили фраг. Возможно, второй, но нет. Из-под коробки Варян выходит, но слишком поздно. Вейк остается 1 в 4, и это 3-1 по раундам. Грацемка. Но опять же, начало, конечно, не самое радужное для команды атрибутс, но давайте посмотрим. Если этот раунд отдают, то, скорее всего, это будет тактическая пауза для команды атрибутс. Ну а так, за второй раунд вполне могут уцепиться, еще не все так критично для этих парней. Аркада, правда, под БК в очередной раз имеется от света. Свет сейчас собирает инфу, то что БК круха, скорее всего, могут надавить на А-плей. ЦК от Вори. Там Итаган периодически пытается вести перестрелку вместе с Гантелей, но пока что без дамага. Но вот Варян попытался на первых таймингах пикнуть Зигу, надеялся на фраг, но все-таки соперник стоял довольно в закрытом стиле. И, кстати, не было поджима у нас под дверь Зиги, поэтому для Варяна пока что эта охота оказалась без добычи. Но вот Свит, которого вообще здесь на протяжении всего раунда могут не ждать, но там на квадрате должен стоять план.
Но это Evo Station, ладно, в принципе, не столь важно, но все-таки игрок закрывающий имеется. У команды атрибут. Ну и давайте смотреть, чем этот раунд закончится. Уже минута позади. И первый контакт на карте. Будет или нет? Evo Station готов пикнуть уже лонг. Прям хочется, хочется. Простреливает. И Свит все-таки вылетает и дарит своей команде первый фраг. Но здесь размен должен быть от плана. И этот размен случился. Правда, план сам остался очень битым. И это плюс для команды Vivictus. Ну, поехали смотреть далее. Вори очень рискованно здесь сыграл. Да, откидывает хаешку под Итагана, он его сгоняет со своей позиции. Но, тем не менее, на замену Итагана моментально пришел еще и Гантели. Томаса вообще принимает решение сместить. А нет, я думал, уйдет все-таки под пятак, но он уходит через дом. А там лонг-то, кто будет контрить? Гантели выходит на перестрелку, находит минус по плану. Но должна быть информация, что соперник пробрался в яму, а от Вори был минус вместе с Вейком. Ну и зомбак на шарте, он прекрасно понимает то, что Сошки находится в яме и готов его закрывать. Да, зомбак как раз только сюда и смотрит. Ну и, как мне казалось, Эмке лучше, наверное, было бы пойти через длину и попробовать там как-то соперника своего поднапрячь. Все, бомба не стоит, бомба не стоит. Очень хорошая граната была в плент. И здесь должен зомбак выуживать фраг. И Сошки в итоге 1 в 2, но 5 хп всего лишь. Первый минус есть, 5 хп. Да ладно, неужто Сошки потащит и этот раунд для своей команды? Но времени на установку бомбы уже нет, и Сошки! Это было сильно, Артем. Это было красиво. И 2-3 атрибуция в игре. Ну вот о чем мы и говорили, да, то, что все-таки счет 3-1, он еще не такой уж и критичный, и вполне могут отыграть его сейчас игроки команды Атрибутс, но теперь надо за третьим раундом пойти, ну, соу, опять соло гейминг под позиции аплита, где зомбак его закрывает спокойно, плюсом от Эмки была еще халпа, накинули дамага, правда, но тем не менее потеряли одного из бомбардиров, еще и Вори, опять же, один открывается на кора, получает дамага от Итагана, и вот вам ситуация 5-3. Да, буквально на ровном месте двух игроков потерять, это вообще неприятный момент, тем более, когда предыдущий раунд был настолько тяжело, да, вот, доставлен в копилку команды атрибуции. Да, понятное дело, что Артем имел право, я говорю сейчас про Сошки, он точно имел право на быстрый пик, тем более, что он мог использовать свой первый респаун как раз-таки по таймингу, но зомбак это прочел. Зомбак прочел, и опять же, это заслуга лишь этого игрока, поэтому... Там уже и дальше в Ариан у нас пытался пикнуть на короб, ну а там уже Итаган на этой позиции стоял. Итаган просил всего лишь на 44 хп. Поэтому VX просто прочитали своего соперника. Напрашивался этот быстрый раунд, но соперник оказался слишком умен. От Кикаен пятерку есть минус от Эмки все-таки. Evo Station пошел на перестрелку. Вот хаешка от Evo Station сработала неплохо. Закрывает Итагана, но Максим все-таки далее не решился сыграть один. Ну и опять же правильно сделал то, что один не полез. Он дожидается здесь плана, но выйдя с бомбсайта, он как раз-таки позволил команде Vivictus опять же вернуться на свои более привычные и выгодные позиции. Кикаен гоняет опять же на пятак. Выход от Evo Station, есть неплохая пачка. Но там уже пытаются спреем с окна еще Гантели накинуть дамага, но тем не менее не добивают никого. Один из КП оставляет Максиму. Ай-яй-яй, еще есть 5. И Свит с минералки моментально ставит еще один минус по Evo Station. Ну вот, если бы не потеряли двух игроков в начале, то раунд, вероятно, мог бы уйти за командой Атрибутс, но тем не менее счет на табло становится вновь преимущество для команды Vivictus Esports. И Эмка пикает, пикает в дверь. Излюбленная позиция Андрея Франк. Но ее, вероятнее всего, могут прочекать. Да, ее простреливают, но Андрей прекрасно у нас использует чувство тайминга, которое сейчас может ему как раз-таки пойти на руку. И ой, как же его прострелил Вейк. Как же просто здесь все патроны и все двери распотрошили команду Атрибутс и подарили себе отличное начало этого раунда. Но есть зомбак. Зомбак, который в соло может удержать абсолютно любую позицию, что чем он как раз-таки и славится. Этот игрок остается под аплентом. У него здесь и Итаган, и Гантели сюда также подходят. Ну и полетели первые прокиды, готовятся команда Атрибут заходить, судя по всему, под апленд. Но опять же, все очень долго, все очень робко, откинуты хаешки, но и в соответствии эти хаешки пролетели просто в никуда. Еще остались гранаты, откинута хае на пятерку, Гантели отходится спокойно. Ой-ой-ой-ой-ой, зомбак пошел собирать фраги, есть минус от Итагана, так и фраг по солке. Evo Station открывается на перестрелку, есть минус от Гантели, очередной килл по плану. Evo Station остался один, зажатый на стрите, но откидывает хаешки, еще попытается, возможно, ворваться. Да и время, в принципе, на отход есть, но стоит ли оставаться?
Так, ну смотри, активно на пике EvoStation все-таки сделал минус по пленту, и остается лишь два соперника на радаре, плюс Ятаган наполовину битый, 52 хп, но Свит с дома контролит проход в аплент. EvoStation здесь точно просто не будет. Ну и вот этим прострелом он сейчас очень хорошо спалил свою позицию. И здесь понимают, даже по наличию таймера видится, что, наверное, уже менять вектор направления атаки EvoStation будет вообще нелогично. И EvoStation понимает, что надо пикать дом, и при пике все-таки теряет весь свой хелсбар. Это 5-2, и по-любому уже команда Вейвиктор забирает первую половину для себя. Остается лишь открытым вопрос, насколько сильно будет отрываться Вейвиктор от команды Атрибутс. Это да, увы, конечно, команды. Сейчас не все так гладко, но два раунда есть. Можно сыграть на 5-4. Так что здесь тоже еще не все потеряно. Руки опускать ни в коем случае нельзя. Но смотрим. Плам все так же роль закрывающего. Откинуты хаешки на позиции шарта. Минус от вори имеется по Итагану. Но и под бэплейнтом, судя по всему, сейчас будут большие проблемы. Смещение на вторую линию от гантели. Пытается закрыть выход шарта. Но вот вышли, пострелялись. Была информация, что один соперник находится на двойке. Не было при этом соперника, то бишь гантели, никакой хелпы с дома, но решили отойти, не дожали. Так, ну что, Варян. Варян теперь занимает у нас позицию короба, но вот Свит, Свит, который очень знаменит своими аркадами, и очередная аркада приносит ему фраг, уже 4-4 у нас на табло по выжившим игрокам, здесь и на шарте Соуш немного просел, Эмка нашел минус по Варяну, героя этого раунда, который вначале сделал минус, ну и по хаешечка на стрит, на которую EvoStation нарвется или нет. Не EvoStation, а Wake, прошу прощения, нет, Wake по таймингу даже сюда не успевал выходить, но тем временем Атрибутсы сворачивают палатки из-под апплента и будут уже разбивать новый лагерь, точнее пытаться это делать под бэплентом. Ну, длина сплитом зигой или же нет? Три длина, а как раз эту позицию обороняет только один игрок, это Никита Олейников. И он уже заметил EvoStation и должен понимать, что где-то рядом и второй игрок. Вот первый минус, ну и размен от Wake есть. Ну что же, таймер постепенно истекает, а это значит, что Атрибутсам уже время на отход нету и давить бэплент нужно до конца. Ну а по ним есть информация, закидывают хаешками, смоки, вот есть смоки на заход, можно этим воспользоваться, но они ждут до последнего, и EvoStation открывается, но здесь закрывает его зомбак. Wake остается один, есть информация, что он на бэтере, гантели его также контрит, это все-таки 6-2, пока что проходит первая половина, последний раунд остается, ну, третий раунд, кровь из носу команде Атрибутс нужен. Ну, как мы видим, стратегия... Я обыграл его, значит, ты обыграешь тоже его. Значит, ты его тоже обыграешь. Оно так не работает. Победа вертолетов была и была крушительной, но Вейвиктис на этот матч вышли в своем основном составе, что, опять же, наглядно видно, да, хотя бы по тому же счету на табло. И последний раунд первой половины. Неважно, как мне кажется, 7-2 или 6-3, уже первая половина шикарно прошла для Вейвиктисов, и остается им как минимум 4 раунда. Точнее, как максимум 4 раунда забрать на смене сторон, а может быть доведут до того, что и 3 раунда останется. Ну, все зависит от них, но и от команды Атрибутс. Если сейчас поднапрягутся, хотя бы третий раунд заберут, малейший шанс на возврат в игру будет. Ну, а здесь Ятаган будет принимать аплен, первый минус есть, ну и сразу же атака будет проходить вас, судя по всему. Да, закидывают хаешками сейчас пятерку, но здесь зомбак вместе с гантелей готовы принимать, а МК отправляется тем временем за спину своему оппоненту, и по нему нет абсолютно никакой информации от гантелей, есть минус с зомбаком, но там все-таки зомби, если гантелю закрывает, МК вовремя подоспел, МК также даблкил, это 7-2, дорогие друзья, первой половины, очень-очень крушительно, ну, не знаю, сейчас, мне кажется, могут минус мораль просто словить игроки команды Атрибутс. Нет, на самом деле ловить минус морали им здесь вообще не нужно, хотя бы потому, что турнир для них не закончится. Напоминаю, что проигравший падает в сетку лузеров. Первая команда это уже команда Five Elements, она как раз-таки и ждет свой следующий матч, который будет сразу после этого. И будут ли это Атрибутсы? Ну, по-видимому, да. Пока все идет именно к этому, но никто, абсолютно никто не исключает вероятность возвращения в игру, так называемого камбэк от команды Атрибутс. Но посмотрим, что они придумают на смене сторон и насколько настырны по-спортивному будут выявить из eSports. Ну что же, МК на правах энтри-фрагера будет летать в аплент, и его абсолютная чистота здесь. Ну вот EvoStation, правда, с дома не дает ему пройти. И... ну, проход будет в любом случае. Правда, насколько много игроков там останется у команды выявить, вот это уже огромный вопрос.
Но как-то поначалу смоки не откинули на окна, в соответствии там спрей был довольно легкий у Эвастейшена. Но Плейн все-таки занимается сейчас цветом, фугас был установлен, так что проблем никаких. Хаешка от Эвастейшена еще вдогонку залетает, это уже даблкил в исполнении Максима Важнева. Ну и со стрита будут закрываться, судя по всему, боевиктусы. Здесь же выход на банан, по крайней мере попытка этого выхода. Гантели закрывает воли, от Китхае еще и подсолнухи, но и отходят. Отходят назад, прекрасно понимая то, что на одного удержание Плейнта оставляет. Ни в коем случае нельзя. Вейк есть килл, еще и Дево, но его разошелся. Как же здесь качественно гранаты использовали команда Атрибутс. Они просто всех отзонили от окон, от дверей, чтобы все-таки могли спокойно зайти Атрибутс. И бомба была успешно раздефана. В Атрибутс пока что в игре 7-3. Но 4 раунда подряд им надо забирать, чтобы хотя бы выйти на одинаковую, так скажем, тропу. На ничейный счет 7-7 и продолжать уже дальше добиваться положительного результата. Это будет сделать крайне тяжело. Виной тому является первая половина. И вот Вариант. Вариант и Свит очень любят эту позицию. Я не знаю, если сейчас тоже МКА ее не прочекает, это будет прям, ну, немного нелепо. Потому что все-таки насколько же эта позиция стала мейнстримна, это, конечно, ничего не сказать. Ну и первый минус от Свита имеется. И это 5 в 4. Ну, хаешка неплохая залетела, Солушки сидит и ждет, но... Я думал, пошел в аркаду, но нет, пока что остается под той же дверью. Но здесь смещение от команды Вейвиктус Еспорт уже имеется. Это очередной выход на плейнта будет. Но я думаю, здесь Вейвиктусы будут уже более аккуратными. Да, сразу же смоки откидываются, а C5 здесь будет рад. Ну, давайте посмотрим, чекнут их Вейвиктус или нет. Заход имеется. Да ладно, гантели, не кемят эти сишки, а там еще и хаешка вдогонку залетает от Эвастейшена. И Максим Важнев добывает очередной килл. Да, но я думаю, после этого раунда кто-то обзаведется сишкой у команды Вейвиктус. Это в любом случае. Да, сишки взрываются, и бомба будет спокойно ставиться. Но там Эвастейшен со второй гранатой должен был подоспеть. Или он уже ее выкинул. Судя по всему, выкинул. Но и зомбак, учитывая его темперамент, он будет сидеть до последнего. Он даже пикать не будет этот дом. Ну а там в спине и Ятаган, и Свит. И как же это будет сейчас больно. Но Атрибутс на самом деле имеет огромный шанс сейчас быстро на то, чтобы забрать этот раунд. Потому что там соперник действительно очень далеко. И МК просто спасается отсюда бегством. Есть размены, но и вот в спину выходит уже Ятаган. Полетит хаешка в плент, и дефы пока что не будет. В итоге Вариан 1 в 2. Но ему нужно пикать пятерку, ему больше ничего не остается. Но и натыкается, соответственно, на Ятагана. 8-3, Вейвиктусом 2 раунда до... Победа остается, а там, соответственно, излюбленный соперник в виде команды AOXZ. Но здесь надо как-то команде Атрибутс, мне кажется, все-таки за апплейн взяться вплотную, поскольку соперник уже знает то, что Альфа это свободная точка, куда они могут спокойно заходить. Да, конечно, Эвастейшен периодически доставляет удобство, но тем не менее с удержанием, как мы с вами видим, проблем не возникло в этот раз. Есть минус, здесь размен у нас прошел, да, аркада отвори, забирает М-ку, ну и сам следом погибает. Смещение на...